Джуниор Эфаге из Гомеля открывает традиционный топ-5 лучших голов прошедшего тура. Нападающий Рысей продемонстрировал хорошую технику парашюта и благодаря своему голу вышел на первое место в гонке бомбардиров. Гадяев из Арсенала прибил своим голом Батэ, получил пас от Арутюняна и бахнул в дальнюю девятку без шансов. Лукуман из Сморгони пересмотрел натеску из Аталанты и решил лонгшотом спасти ничью для своей команды. Крутой удар. Дмитрий Гирс из Витебска – частый гость наших рейтингов. Вот и в игре против Нафтана хавбэк с лету так попал в девятку. Просто загляденье. Попробуйте в такой ситуации хотя бы по мячу попасть, знаете ли. Никита Демченко, автор лучшего гола выходных, принял мяч, убрал на замахе защитника и закрутил в дальнюю девятку. Это шедевр. Поздравляем мастеров!